Второе. Судьба отдельного человека мало чем отличается от судьбы отдельного народа. А судьба отдельного народа мало чем отличается от судьбы отдельного человека. И взаимозависимость здесь есть всегда, а не в какую-то только эпоху или только в силу определенных обстоятельств. Отдельный представитель этноса наделен нравом, которым наделены все остальные индивидуальные представители этого этноса. А в своей совокупности они и творят нрав этноса, передаваемый из возраста в возраст, из поколения в поколение с роковой закодированностью. Национальный характер, или, как мы теперь стали говорить, менталитет. В глубинах национального характера, то есть в глубинах менталитета, корни и причины именно такой, а не другой, исторической судьбы народа, характера его государственности, будущего его государства, а также отношений с другими этносами, другими государствами. В связи с этим интересно и поучительно сквозь призму национального характера взглянуть на историю любого народа. И народ украинский или народ русский, которым суждено быть народами-соседями, здесь вовсе не являются исключением. Академик Лихачев в статье «Нельзя уйти от самих себя» вполне справедливо отмечает, цитирую выборочно, «Никакой особой миссии у России нет и не было. Судьба нации принципиально не отличается от судьбы человека, и не надо ни на кого сваливать вину за свою несчастность, ни на коварных соседей или завоевателей, ни на случайности, ибо случайности далеко не случайны, но не потому, что существует какая-то судьба, в кавычках, рок или миссия, а в силу того, что у случайностей есть конкретные причины. Одна из основных причин многих случайностей – национальный характер русских. Широк, очень широк русский человек, я бы сузил его, заявляет Иван Карамазов у Достоевского. Централистские позиции тяжелы, а то и просто невыносимы для русского человека. Вера в свою предназначенность. Стремление уйти от государственной опеки навстречу опасностям в степи или в лес, в Сибирь, искать счастливого беловодья и в этих поисках угодить на Аляску, даже переселиться в Японию. Конец цитаты. И так далее.